Нет, но этот рынок с этими тыквами в ассортименте, это просто что-то нереальное. Ребят, всем советую приехать в Копенгаген и посетить этот крытый рынок. Итак, мы, насладившись прекрасным, идем в крытый рынок. Это почти как Сан-Мигель в Мадриде, но это в Копенгагене. Тоже культовое место, где можно и покушать, и купить сыров, и купить мясо. И здесь фуэтное царство. Фуэтно-хамоновое царство. Одуренный рынок. И вот сейчас мы будем здесь кушать вот эти все тарты. Это что-то просто невероятное. О боже. Ты посмотри на это чудо. Осьминоги в ассортименте. Он небольшой. Нету такого. Фазан сидит вот здесь. Привет, чувак. Рыбы. Дашуль, ты видел этих лангустинов? Морские ежи, крабовые ноги, креветки, черти морские. Ты видела черти морские? Устрицы, суши, суши-бар. Наливайка с закусками. Какой же это крутой местяк. Йогурты, сыры. На выходе рынок с овощами, фруктами и цветами. Винный погреб. Здесь самая большая толпа. Наверное, очень вкусно. А, это вот возле нашей девочки. Утки. Пиво Асахи. Обалдеть. Мы его пили в Цюрихе. А теперь мы его пьем в Копенгагене. Японское пиво. Как... Какое же это крутое место. Чувак, у тебя широкая спина. Сыры. Как же здесь здорово. Итак, наш выбор. Мы взяли с яичком, с креветочкой, салат с курочкой, салат с семгой. Это стоит 36 евро. Пиво не помню сколько. Это класс. Да, все готовятся к Хэллоуину. Эти цветы. Это что-то просто нереальное. Фрукты, овощи, цветочки. Мы так здорово здесь покушали. А сейчас пойдем десерты кушать в другой павильон. Теперь мы заходим во второй павильон, в котором мы будем кушать десерты, пить кофе и кайфовать. Чего здесь тоже только нет. Можно здесь купить все, что ты хочешь. Чаи, вкусняшки, шоколады. Обалдеть. Ну что же, желато, пожалуйста. Ну, здесь тоже можно кулинарию, салатики, пиццы, пряности. Так пахнет пряностями различными. Здесь витаминные бомбы продаются, витаминные салаты различные и шоты. Тетечка. Hello. Барчики вот такие вот милые. Выпечка.
ну что же это за чудо-магазин? Вот мы сейчас будем выбирать десерты какие-то. И все это будем сейчас кушать. Заезжайте вот в этот клевый рынок. Итак, копенгагенский эклер и кофе 66 крон. Мы просто хотим попробовать эклер в Копенгагене, чтобы сравнить его с эклером в Париже, в котором будем позднее.